Же врага. Лежали трупы людей, которых они не успели сжечь. Сделали несколько выстрелов по бензобаку, танк загорелся. И погиб он в последний день боев. Ватутин Василий Петрович. Место рождения. Село Скупай под Удань, Воронежская область. Воинское звание. Старшина. Должность. Наводчик ПТР. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с марта 1943 года. Я Ватутин Василий Петрович. Родился 25 декабря 1925 года. У нас семья была большая. Две дочери у родителей и нас, мальчиков, трое, всего пять человек. Жили мы дружно, но не богато. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Начало войны, конечно, мы приняли в семье очень тяжело. Мы знали, что такое война. Мой отец, участник Первой мировой гражданской войны, он нам кое-чем делился. Во время войны погиб его же брат. Когда началась война, отец был призван в армию на защиту Родины, и потом мы получили на него повестку о том, что он погиб на Юго-Западном фронте. Мне в то время еще не было 17 лет, и я уже тогда решил идти защищать Родину с тем, чтобы заменить отца. До 17 лет со мной на эту тему никто не мог и не хотел разговаривать. Но когда мне исполнилось 17 лет и чуть-чуть перевалило там 1,5-2 месяца на следующий год, мне уже разрешили, и я пошел в армию. Мама, конечно, очень отговаривала, куда ты пойдешь, тебе только 17 лет, успеешь воевать. Отец погиб, ты что, следом за отцом хочешь? Но все-таки я настоял и пошел. Сначала я учился в учебном полку несколько месяцев. Это была станция Хоботова. Мы жили в землянках в лесу. И там же нас обучали военному делу. Меня научили стрелять из противотанкового оружия, так называемое ПТР. ПТР.
ПТРД, противотанковое ружье системы Дегтярева, было разработано в августе 1941 года и предназначалось для борьбы со средними, легкими танками и бронемашинами на расстоянии до 500 метров. Также из этого оружия мог вестись огонь по дотам, зотам и огневым точкам, прикрытым броней на расстояние до 800 метров и по самолетам на расстояниях до 500 метров. С 1941 по 1944 годы было выпущено 281 111 ПТР системы Дегтярева. Благодаря простоте конструкции и большой надежности противотанковое ружье Дегтярева сыграло важнейшую роль во время Великой Отечественной войны. Оружие устанавливается на ножках. Выбираешь позицию такую, чтобы удобно было тебе стрелять. И чтобы не дергалось оружие потом. Я могу и на чистом поле, я могу в окопе стать, я могу с траншеи стать и стрелять с танка, с ПТР. Это оружие такое, которое легко переносится и используется в боевых действиях. Только в том недостаток, что он в лобовую не мог пробить броню танка. Поэтому нас учили о том, что надо бить, но не броню. А остальные виды оружия, этим оружием можно было бить. Сила его, я сказал, большая. Легче стрелять, конечно, из автомата, из винтовки. А он дает большую отдачу. В плечо бьет. Поэтому, когда стреляете, надо близко, сильно держать плечо, чтобы меньше была сила отдачи по плечу. В составе одного ПТР, противотанкового ружья, была команда 2 человека. Наводчик ПТР и его помощник, вот он у меня был, который подносил мне наши патроны и помогал мне. Как я сам, так и помощники сменялись. И я в госпиталь попадал, и мои помощники тоже в госпиталь попадали. Последнего я помню солдата, который со мною близко был, воевал, это Петр, Петя. Я уже сейчас забыл, с какой-то области, но не мой, не земляк мой. До танков 100 метров. Один из двух танков подбит. Фашистские танкисты, пытавшиеся спастись бегством, уничтожены нашими автоматчиками. По окончанию обучения меня направили в действующую армию. Это 1088 стрелковый Брестский полк, 323-я стрелковая Брянская краснознаменная дивизия, которая входила в состав 8-й гвардейской армии, 1-й Белорусский фронт. Помню, что мы начинали боевые действия, я в частности в Белоруссии, в лесах, переходы, освобождение Белоруссии от фашистов. Переходы эти были иногда и тяжелыми, зима была. Отдыхали, например, в лесу. Мы обламывали нижнюю ветку, лапу так называемую, ели, стелили и ложились. Укрывались шинелью, и на голове у нас шапка. Вдвоем друг к другу прижимались. Спать нам приходилось минуты, и тут же нас командиры поднимали, подъем, идем дальше. У офицеров были наганы, пистолеты, а у рядового состава, сержантского состава автоматы. Так что я был с автоматом, и когда мы переходили, передвигались куда-то, я впереди пушку свою ложил на плечо, а сзади
мою пушку нес мой помощник. Запомнился мне особо боевые действия на крупном железнодорожном узле станция Орша. Это в Беларуси, где мы со своим напарником побили автотранспорт. Танков там немецких не было, а автотранспорт подбили мы немецкий. Затем мы далее, помню, освободили знаменитый пограничный город Брест. Ну и по существу мы уже считали, что мы почти выполнили большую задачу по освобождению нашей Родины. Летом 1944 года запыленные, пропахшие потом и порохом, солдаты советской армии входили в Брест. Здесь, 3 года назад, первые защитники Родины пролили первые капли своей горячей крови. Отсюда начался горький путь отступления. Сюда они возвращались теперь победителями. Мы в Белоруссии получили некоторое пополнение, технику, людской состав. Мы перешли в наступление. Форсировали реку Висла и на западном берегу реки Висла заняли плацдарм, закрепились там и смогли произвести дальнейшее наступление, но уже по территории Польши. В Варшаве, это столица Польши, произошло восстание поляков, участников движения сопротивления. А Варшава была оккупирована пока немцами, как и Польша. И я помню, 15 января 1945 года, хотя наша дивизия еще и армия не готова была дальше наступать, мы пошли навстречу полякам и помогли освободить Варшаву. В боях за Варшаву я получил тяжелую контузию. И меня наши солдаты уже с поля боя вынесли в медсанбат без сознания. И я очнулся в этом госпитале только через несколько дней. Помню еще, около меня подошла медсестра и говорит: «Ну, Батутин, очнулся?» Лежу я на белых, чистых простынях, что для меня было, конечно, понятно, удивительно. Через некоторое время выздоровления за мной приехали с нашего же полка, и я вернулся опять в свою 323-ю стрелковую дивизию, 1088-й стрелковый полк свой. В Польше, в этом районе, мы освобождали лагерь, который фашисты сделали, традиционный лагерь Майданек. Я помню, когда их освободили, выходили они такие тощие, худые, еле-еле двигались люди, держась друг за друга под ручку. Подъехали наши военные кухни, помогали им покушать, но ограничивали их питание, потому что если им дать возможность поесть досыта, они могут погибнуть. Охрана немецкая бежала, они не успели уничтожить следы своих преступлений. Сохранились газовые камеры, куда они заводили людей, а потом закрывали их
газ выпускали и травили газом. Рядом сохранились печи, крематории, где они сжигали людей. И рядом же на территории еще лежали трупы людей, которых они не успели еще и сжечь. Наша дивизия в составе 8-й гвардейской армии, 1-й белорусский фронт, двинулись в сторону Берлина. И вот тут нашу дивизию дали распоряжение на танки, которые двигались по автотрассе Варшава-Берлин. Когда мы двигались, то в пути я видел с танка впереди, у дороги, у кювета, разложили солдат с фауст-патронами. Этим самым они надеялись, что, коль мы будем двигаться на танках, они из кювета фауст-патрон под танк, танк будет загореться. Они будут подбивать танки. Но мы, как потом уже увидели, во-первых, там были солдаты, но из числа молодых, как их, юнга Гитлер, что ли. Ну и, конечно, наши же танкисты впереди видели, кто лежит рядом с дорогой в кюветах. И поэтому все они были до подхода танка расстреляны из пулеметов танками. И я не видел, чтобы какой-то танк был подбит этими фауст-патронами немцами. Конечно, убиваешь человека. Это нехорошо. Чувствует человек. А, тем более человека убиваешь. Но убиваешь же врага. Почему же я должен думать о том, что мне жаль его, может быть? Нет, об этом я не думал, что мне его жаль будет. Он погиб, и он убит мной. Такого не было. Я не жалел. Другое дело, в мирной обстановке, это другой вопрос. 15 примерно апреля 1945 года наша дивизия участвовала в форсировании реки Одер и заняла плацдарм на территории Германии. Войска немецкие постоянно оказывали нам сопротивление. Армия немецкая еще была сильна. Нам пришлось выдерживать тяжелые бои. 16 апреля 1945 года 1-й Белорусский фронт перешел в наступление по всему фронту. В этих боях я получил ранение и оставался на поле боя до самой окончания, пока стали сдаваться немцы. Ранение у меня было, как я считал тот момент, такое, что можно было воевать. Ранен я был левую руку, а стрелять можно было, кей, можно, и стрелял я с правой, поддерживая левой рукой. Осколки у меня левой ноге, видимо, какой-то нехороший немец бросил на гранату, но так неудачно, видимо, хотел у меня совсем убить. А получилось, что осколки от этой гранаты меня ранили руку, ногу, но левой стороны. Когда мы шли на территорию нашего полка, появилась внезапно немецкий танк в сопровождении нескольких солдат. Немцы, как мы поняли вначале, они растерялись. Они оказались вдруг в тылу, в окружении, в нашем окружении советских войск. Я со своим помощником
быстренько сообразил, что надо танк подбивать, бить по танку. В лоб нам нельзя было стрелять, мы его не пробьем, его броню. А по танкам, как я уже знал этой женщине, еще обучение, мы порвали, разорвали ему траки. Танк решил дальше двинуться, развернулся на другую сторону, потому что одна сторона не работала у него, гусеница. И развернулся нам больше задней частью, а там бензобак. Вот мы выстрелили, сделали несколько выстрелов по бензобаку, танк загорелся. Немцы стали вылазить из горящего танка, экипаж танка. Ну и сдавались, кричали: «Гитлер капут!». Наши с нашего полка ребята, которые тут же были, взяли всех в плен. В последующем мы со своим помощником, двигаясь дальше, мы взяли еще в плен большую группу немцев. Ну, в донесении командования о нас было написано, что мы взяли 13 человек во главе с офицером, который уж очень, когда попал, его стали запрашивать переводчики, он уж очень жаловался, чтобы отметили, что он в плен попал раненый. Из приказа о награждении. Во время боя при ликвидации группировки противника в районе деревни Клян-Блюмберг 2 февраля 1945 года товарищ Ватутин под сильным обстрелом противника скрытно выдвинулся на опушку леса, откуда простреливалась дорога, по которой шел неприятельский обоз. Метким выстрелом товарищ Ватутин подбил следовавшую впереди автомашину. Среди немцев началась паника. Использовав этот момент, товарищ Ватутин стал расстреливать немцев в упор, в результате чего поджег еще одну автомашину и уничтожил 14 немецких солдат. Достоин правительственной награды орденом славы 3-й степени. Командир 1088-го стрелкового Белостокского полка майор Свириденко. 10 апреля 1945 года. Военный гарнизон Берлина капитулировал 2 мая. Германия подписала договор о полной капитуляции. Я обращаюсь к представителям германского верховного главнокомандования с вопросом, имеют ли они на руках акт о безоговорочной капитуляции. Я предлагаю подписать представителями германского верховного главнокомандования акт о безоговорочной капитуляции. Война окончилась, но военные действия еще где-то продолжались. Нашу дивизию по приказу командования перебросили в юго-западнее Берлина, где в лесах скопились крупные немецкие подразделения, которые не хотели сдаваться советской армии, хотели прорваться и сдаться американским войскам. В составе этих воинских частей немецких войск было много эсэсовцев, фашистов, которые, находясь на временно оккупированной территории Советского Союза, совершили разные преступления и теперь понимали, что им придется отвечать за эти преступления. Мы вынуждены были и должны были остановить эту немецкую армаду. И такие бои еще продолжались вплоть до середины мая. Я помню, наверное, предпоследний день. С нами еще, с солдатами, оставался один офицер, замкомандира полка. И погиб он в последний день боев. Мы выкопали ему могилу там, похоронили его. Пятером встали, нас осталось 5 человек, солдат. Салют чести дали и доблести своему командиру и похоронили. Война есть война. Мы
я не знаю, уже черствели, что ли, на войне, что, выражая сожаление гибелью своих товарищей, мы, конечно, сожалели, но в то же время мы понимали, война закончилась, мы все рады, живы, стрельба в небо, автоматы стреляют и так далее.